Управление ФСБ не двигаться, оставаться на своих местах, руки держать на столе. Вверх ладошками. С учетом характера общественной опасности совершенного преступления, указанных обстоятельств, суд назначает строковое наказание в виде реального лишения свободы с применением обязательных дополнительных видов наказания, с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года и со штрафом в размере 60-кратной суммы взятки, в данном случае в размере 18 миллионов рублей. Основание для применения статьи 64-73 УК РСК РСФСР при определении наказания посудимым судом не установлено. На основании изложенного руководства статьей 307, 308, 309 УК РФС суд приговорил. Прошу встать. Строкова Евгения Николаевича признать виновным в совершении преступления, предусмотрено статьей 290 части 5 пункта В УК РСФСР РСФСР и назначить ему по этой статье наказание в виде лишения свободы сроком 7 лет с лишением права занимать должности на государственной службе на срок 3 года со штрафом в размере 18 миллионов рублей, с отбытием наказания в исправительной колонии строгого режима. Меру пресечения срока на апелляционный срок изменить на содержание под стражей. По стражу взять в зале суда. Срок наказания 26 сентября 2014 года. Нет, не согласен. Приговор будет обжалован. Все дальше без комментариев.